Всем привет, маленькие сладенькие пахлавушечки, с вами Абади, и сегодня мы пройдем карту в игре Far Cry 1 под названием El Abestas. Можно сказать, Abestas 2, да? Мы вот недавно проходили первую версию. И давайте начнем проходить вторую. Да, вторую часть, вторую версию, как еще сказать. Так, это у нас что, типа приветствие такое, да? В смысле, это что за хрень, скример такой? Что за хрень? Это карта. Да, вот мы видим, вышел 23 мая 2017 года. Так, и что мне, как бороться с этой куклой-то нахрен? Вы чё, ёпта? Совсем охренели, что ли? Вот как мне с акулой бороться? Чё это такое? Я не пойму вообще. Оружие мне не дали ни хрена. Так, и что? Сейчас я попытаюсь подняться наверх, короче. Может быть, там что-то все-таки есть? По лестнике как-нибудь пробраться? Получилось. Ну, здесь, наверное, никакого оружия нету. Не, хотя есть оружие, ты посмотри, а. Есть. Но как мне это сломать? Подожди. Точно, граната. Все, понятно как. Мы, короче, подбираем гранату. Да, подбираем. Теперь сейчас мы залезем туда наверх. Пожалуйста, не застревай, не надо. Не надо меня больше так пугать. Теперь давай кидаем гранату. Забираем оружие. Все, нахрен. И теперь мы... У него броня выпала, что? Так, все, этого мы угандосили. Давайте подберем аптечку и броник, почему бы и нет. Сколько интересно броник тут с акулки. Нихера. Песенка. Нельзя подняться, да? Тут какая-то другая лестница, по-любому. Не та. Так, рыбака мы снимаем. И теперь поплыли туда, короче. Куда нам там надо? Туда. Это что такое, нахуй? Нифига себе нет. Да, это, ребята, карту прохожу первый раз, поэтому... Тут прям все что-то как офигенно пока что. Приятно проходить, вот первый раз, когда проходишь. Впечатление. Да, еще я много карт не проходил, которые, ну... Мне придется впервые пройти. Ой, сколько меня ждет. Ай-ай-ай. Джунги как-то сразу включились, нахрен. Как мне туда попасть? Я хрен знаю. Ты! Мне нужно, наверное, поехать. Произошло. Ай, ты жив? Что за Так, мы, кстати, снайперскую винтовку подобрали прямо на полу. Вот. Просто. На тропинке лежало и все, нахрен. Капец. Я как-то должен туда попасть.
куда попасть-то, блин? Что это за хрень такая, а? О, смотри. Секретка. Лол. Да, нужно просто быть повнимательным, все. И все у нас получится. О. Еще пушечка. Блядь. Ну, в принципе, все. Что мы хотели, я подобрали. Подобрал. Вот. Можем двинуться дальше. Я надеюсь, там ничего не оставил необходимого. Так, не подлагивай. О, там мутанты. Это реально как обестов. Там просто, я помню, в первой версии там тоже была такая фигня, типа. На одном острове были только наемники, а на другом мутанты. Простреливал, как скотина, а? Охреневшее создание было. Прилетел, называется. Охрененно. Так, что там? Будешь уходить, скотина? Сидит там. Говнюк. Стреляет с кем-то. Так, ну ладно. Ничего, пойдем дальше. Ох, сколько здесь всего, ты посмотри. Сколько вкусняшек. Так, следующее послание. Какое-то там. Ладно, это я выкину, это подберу. И с кем он там перестреливается? В смысле? В смысле? Мутантик, я уже убил всех. Он как резко появился-то нахрен. Ну, еще. Прибежали, называется.
Котины. Так. Лодка. Или куда мне вообще? А, просто сюда подойти, что ли? Серьезно? Ладно. Дальше поехали. Ну, прикольная карта, интересно. Прям как оригинал проходит. Всех задавил нафиг. Задавил. Вот так вот. О, можно здесь даже проехать. Классно сделали. Хорошо то, что карта легкая. Вот. Блин. Он там снизу где-то пуляет. Надо не будет найти его сейчас. А, вот как пахлавушечка это та самая. Это, кстати, что-то уже знакомое. Что-то я такое видел. В Обестосе первой версии, точно. Там такая херня тоже была. Только маленькая, правда. Будет сделано. Там вообще мало было все, что сделано. А тут как бы они его доделали, мне кажется, так. Полная версия, так сказать. Такая же фигня стояла, да-да-да. Это, походу, просто законченная версия, да. Задумка, типа, то же самое, да? Просто приземленный карт, скорее всего. Так, это точно откуда-то взято. С какого-то мода, по-моему. Или оригинала, хрен знает. Ладно, давай наверх. Только попробуйте у меня убить, суки. Падлы. Я вам накостыляю сейчас. Так, ну давай также по лестнике аккуратненько спустимся. Черт возьми! Эй, кто там шляется? Блин, к сожалению, туда нельзя пройти. Никак. Там табличка, потому что...
Да, черт подери! А здесь можно пройти? Даже, походу, нужно было здесь проходить. А там позади все было заминировано просто. Так, это что такое? Какой-то нужен код ввести. И мне, типа, как-то туда нужно попасть. Как это мне сделать? А, это, типа, вход, смотри. Вот мы сюда входим, да. Теперь так. Как мне? Сейчас я попробую что-нибудь найти. Блин, а реально, как мне туда войти-то? Чё за хрень? Алёшенька. Эу. Эу. Блин-блински, а чё? Чё это такое? Так, я, короче, понял, как нужно сделать. Сейчас мы все сделаем, нахрен. Так. Поднимаемся-то, короче, на вышку. Давайте все-таки на том. Так будет попроще. Приземлиться, короче, в серединку прям нужно попасть на крышу и все. Давай, погнали. Так, вот давай на этом, короче. Давай. Долечу, не? Блин, надеюсь, долечу. Нет, по идее, должен долететь, да. Все. I've gotta find a way out of here. Все очень просто было, как бы. Oh, a demolition pack. Right. Good thing I remember to pack a few of those. Блин, жалеть не могу подобрать миниганчик. Так, ничего, походу, сюда выбираться, да? Нихера себе. Через эту фигню мы выбрались. Что за фигня? Странно сейчас было, конечно. Так. Что-то мы сейчас должны уничтожить. Сейчас посмотрим.
Привет, друзья. Танки? А почему я не могу это пропустить? А, все. Я подумал, то, кстати, не будет пропадать. Танк, охренеть. Это они добавили нахрен. Жалко, нельзя сесть. Ладно. Охренеть. Так, теперь там что-то у нас. А, погоди, я что-то такое-то помню место, не? Что-то знакомое. А, это я путаю, короче, с Devil Coast. Да, точно. Что за шум? Точно, точно, точно. Приточно. Вау, поплыли, короче, туда. Как поменялось резко, нахрен. Это я телепортнулся? Замок появился, охренеть. Это реально какая-то телепортация сейчас была. Ничего себе. Как-то так можно было сделать. Ну, скрипты же надо знать, все такое. Все дела. Так, и что это? Даже броню сделал. Охренеть. Капец, у них экипировка. Туда, наверное. Так, а зачем сюда? А, типа проход такой. Нифига себе, как сделали. Beautiful. That should do nicely. Нихера себе, как умно сделано вообще. Охереть, блин. Даже статуя. Сорян. Что там читал? Что за журнальчик такой?
Это надо было потрудиться только вообще. Так, теперь давай мы куда спустимся-то. Давай вниз, что ли? Куда еще нам остается? Так, давай. Было вообще все закрыто, как бы. Сейчас открылось. Hang on, I'm coming. Let's go. I'm right behind you, Jack. Это своя. Пошли вниз. Дальше. Так, ребят, все, я прошел эту карту. Я просто пропустил, короче, случайно. Там была заставка. То, что вертолет просто улетает, и все, как бы, конец. И сам вертолет исчез. Я просто два раза на пробел нажал, типа, все, вот концовка. Я там урин даже посмотрел, проверил. Ну что, ребят, давайте на этом я заканчиваю. Спасибо, Леонард Майл. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте в ВКонтакте, пишите комментарии. И эта карта пройдена. Всем пока.